Ведь впереди еще выступление в произвольном танце, так что сейчас лишь середина соревнований у танцоров, и давайте посмотрим, что нам предлагают Камила Хайкова и Давид Винко, представители Чехии. 21 год партнерше, 24 партнеру, и сейчас мы услышим мелодию Курта Вайля, композиция из трехгрошовой оперы. Самая известная, пожалуй, композиция этого фильма. Песня Мэкки, главного героя, знаменитого бандита этой пьесы. Макса Раабе в оригинальном танце Камиллы Хайковой и Давида Винкура. Довольно успешная на своей родине пара. Выигрывали 4 раза национальное первенство Чехии Камилла и Давид, в том числе и в текущем сезоне. Они являются действующими чемпионами своей страны. На европейских же первенствах выше 17-го места не поднимались. Так было и в 2007 году в Варшаве, и в 2008 в Загребе. В 2006 году, когда пара дебютировала на континентальном первенстве во французском Лионе, они заняли 19 место и, надо предполагать, мечтают подняться максимально высоко. На настоящий момент в этом первенстве, ну, в общем, шансы есть. Шансы благодаря тому, что после обязательного проката у пары, которая тренируется у Ростислава Синицына и Натальи Карамшевой, 16-й результат. И, в принципе, достаточно неплохие оценки за прокат финстепа. 26,66 балла. Так что стартовая позиция довольно успешная. The shark has pretty teeth.
sweet dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife. В биографии Дэвида Винкура есть трехлетний период, когда он покидал свою родину и даже менял фигурное гражданство, спортивное гражданство, выступал за Австрию, но потом вернулся в Чехию и сейчас вновь выступает под флагом родной страны. 44 балла ставят арбитры Камиле Хайковой и Дэвиду Винкуру, и это означает, что они становятся новыми лидерами с результатом 70,66 балла и опережают теперь уже предыдущую первую пару французов Финдлей и Ришо почти на 4 балла.